Лифт, которого нет. Жильцам одного из домов Ленинского района стали приходить счета за ремонт и использование подъемника. Проблема в том, что строение пятиэтажное, и лифта там просто не может быть. За что платят собственники, разбиралась Маргарита Хижняк. Сколько у нас? 14 подъездов получается? Ну, я вот посчитала. По 101-ю квартиру мы лично со своей квартиры переплатили уже 2000. В доме номер один по улице Барбюсов неочередное собрание. Жильцы пятиэтажки бурно обсуждают повышение платы за коммуналку. По словам собственников, в графе содержание и ремонт резко возросла сумма. С августа и почти на 400 рублей. Люди обратились в ЖЭК и ахнули. Им выставили счет за обслуживание лифта. Лифт, как вы видите, у нас здесь никогда не был. 40 лет стоит дом, никогда не был. На все просьбы нам говорят, ну берите и доказывайте, что у вас действительно нет лифта. Доказывать очевидное предлагает управляющая компания. Ведь по документам лифт в доме действительно есть. Правда, только в одном подъезде. Последнем. Там еще в 90-х сделали надстрой. Добавили два этажа и установили кабину. Сколько назад лет примерно перестроили? Этажи вот эти два последних. Ну вот я не знаю, но лет 20 они точно стоят. Вот тот самый лифт, который в этом подъезде. Больше нигде нет. Все эти годы за ремонт и обслуживание лифта платили только жильцы последнего подъезда. Но с августа прошлого года плату стали взимать собственников всей пятиэтажки. Подъемник – это общедомовое имущество, уверены коммунальщики. В этом доме по улице Барбюса-1 находится 14 подъездов, в каждом по 10 квартир. Ежемесячно жильцы за обслуживание одного лифта выплачивают около 400 рублей. Итого за 5 месяцев люди выплатили уже почти 280 тысяч рублей за подъемник, которым они не пользуются. Оказалось, что в августе 2017 года вступило в силу решение Челябинской городской думы о едином жилищном тарифе для домов с лифтами. Раньше сумму за обслуживание подъемника могла выставлять сама управляющая компания. Здесь брали по 70 рублей с человека, проживающего в подъезде с лифтом. Сейчас действует единый тариф на весь многоквартирный дом. Он составляет 21 рубль 56 копеек за квадратный метр. И платить должны все без исключения, объявляют в управляющей компании по телефону. Лифт является общедомовым имуществом. Мы же с вами не говорим вот о том, что собственники, проживающие на 5-м этаже, пользуются крышей. Да? Если крыша течет, значит, только для них мы ее ремонтируем. Да? Тут идет коллективная ответственность за общедомовое имущество. И тот тариф жилищный, который назначен муниципалитетом для, значит, обслуживания жилых домов, на самом деле настолько мизерный, там речь идет о копейках. Содержание вот одного только подъезда, оно не позволит обеспечить необходимое обслуживание, необходимый ремонт в дальнейшем данного лифта. По словам коммунального омбудсмена Анатолия Вершинина, жителям сейчас нужно провести общее голосование, собрать подписи за отмену или снижение платежей за лифт. Я считаю неправильным уловки управляющих компаний, когда с собственниками жилья есть договор, что как только повышается муниципальный тариф для муниципальных квартир, автоматически повышается тариф для приватизированных квартир. Но в жилищном кодексе указано, что собственники жилья могут провести общее собрание и сами определить, сколько платить на содержание и текущий ремонт. И тогда на них этот тариф распространяться не будет. Голосование жильцы уже провели и подписи отправили в управляющую компанию. Окончательное решение будет за коммунальщиками. К концу месяца они решат, могут ли понизить или вовсе отменить платежи для жильцов без лифта. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, ОТВ.